Хотели бы вы превратить свой телефон в вентилятор, способный задуть свечу, либо переводить человеческий язык на кошачий? Я обязательно расскажу об этом подробнее в этом выпуске. С вами Топ Хайп, это 5 крутых функций телефона, о которых вы, возможно, могли и не знать. Спонсор видео Geekbrains. Это самое крупное IT-сообщество, которое насчитывает уже более 1 000 000 человек. Они реально учат людей программированию. У них есть расширенные программы обучения веб и мобильной разработки. После обучения предлагают пройти гарантированную стажировку и помогают с трудоустройством. В общем, записывайся на бесплатный онлайн-курс «Основы программирования» по ссылке под видео, и тебе все расскажут. Fuse – съемка 3D-фотографий. Многообещающее приложение Fuse позволяет создавать глубокие фотографии с 3D-эффектом. Камера фиксирует изображение с 4 точек, чтобы создать настоящий 3D-снимок. Если все проходит гладко, вы сможете наслаждаться объемной фотографией с нескольких ракурсов в удобном для вас темпе. Достаточно необычно, правда? Но это только разогрев. Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался о том, как удобно было бы просто перечислить все продукты из холодильника и быстро получить гениальный и вкусный рецепт. Это уже давно не мечта. На рынке приложений есть множество программ подобного типа. Я выбрал одного из первых представителей со смешным названием «Оголодали». Но имейте в виду, что если у вас есть только майонез, лук и корица, конечно же, приложение «Рецепт вкусного блюда» из этого не придумает, а предложит сходить вам в магазин. Fake an excuse. Приложение изобретено для случаев, когда тебе звонит тот, с кем ты в данный момент не хочешь разговаривать, а не взять трубку будет невежливо. Разработчики собрали 45 реалистичных звуков, которые придадут твоему оправданию, почему ты сейчас не можешь разговаривать, реалистичность. В библиотеке есть звуки «я за рулем», «я в больнице», «я в лифте», «вокруг волки» и другие. Теперь ваш собеседник слышит посторонний шум, что может помочь побыстрее завершить нежеланный разговор. Blower. Почетное среднее место в нашем топе занимает телефон-вентилятор. Конечно же, у смартфона не появляются крылышки, и он не размахивает ими, как выпущенный из чемодана для мечей золотой снитч в книге про Гарри Поттера. Но после установления программы и ее запуска из динамика действительно дует ветерок. Вряд ли он заменит настоящий вентилятор, но задуть все свечи на торте вполне способен. В Google Play представлено немало приложений, позволяющих превратить Android-гаджет в беспроводную мышь, клавиатуру или трекпад для компьютера и различных мультимедийных устройств. К числу таких необычных решений относится программа Wi-Fi Mouse. Ее отличительные особенности – поддержка голосового ввода и мультитач-жестов для трекпада, а также наличие встроенных средств дистанционного управления играми, веб-браузерами и медиаплеерами. Wi-Fi Mouse поддерживает взаимодействие с устройствами под управлением операционных систем Windows, macOS и Linux. Пиши свой крутой коммент под этим видео, и если он не соберет ни одного лайка, то ты получишь 1000 рублей, так же, как и победитель из предыдущего выпуска. Cat Translator. В отличие от остальных переводчиков на кошачий, это приложение позиционируется как настоящее, а не шутка для друзей. Программа трансформирует речь хозяина в мяу и воспроизводит уже заложенную в приложение речь кошек, птиц и грызунов. Странности приложения в реакции кошек на искаженную речь хозяина. Большинство котов злятся, кусаются и царапаются. Другие животные, наоборот, становятся добрее, мурлыкают просто так, трутся о хозяина, даже если до этого такое поведение было им не свойственно. Вдавите этот лайк со всей силы вместе с котом и удачного вам дня!